Ну, поехали тогда. Девочки, там сзади стоим по сторонам. Стараемся, да? Готовы? Еще. Больше портебра с головкой. Попу затянули. Держи, держи, держи попу. И пятка вперед. Heel forward. Еще открываем. Открываем, не бросаем ногу. Open. Голова, голова. Держим, держим, let's go. Спина, Юля. Еще, Юля, спинку возьми. Плие. И раз. Плеча. Раз. Хорошо. Ручки. И оп. Корпус. Смотрите, такая мелочь, да, но в принципе, я вчера забыла вам сказать. Вот вы сделали пируэт, арабеск, mm-hmm. да? Потом что у нас идет? Па-де-буре. Смотрите, когда мы делаем па-де-буре, мы ручки открываем, потом мы закрываем, когда мы делаем пируэт, и потом уже открываем все и делаем томбе на следующий черт, да? Потому что сейчас вы делали, закрывали и все, а мне нужно ручки оставили, а потом уже вторые. Давай. Опорная нита. Ага, стой, 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 стой. Плечи, Бритуся. Arms to first position. И heel up. Голова. И раз. Стоим. Hold. Round. Плие. Спина. И up. Плие. Левая нога. Поменяйтесь линиями на левую ногу. Вы можете не меняться, если хотите. Вы можете, если хотите, можете не меняться. Вы можете на тандю поменяться.
Да. Я им говорю. Ножку за себя больше. Ручку, длинную руку. Вот, длинной линии сиделай. Плечи. Портебра еще, девчонки. И в даун, в пол. Heel forward, Юля. Попу. И раз, пятка. Головка, ручка. Левая, вторая. Притусь, опускай плечи вниз, пожалуйста. Сейчас, секунду. Поехали. Кто-то покажет баланс. Плечи вниз, Бритни. Shoulders down. Еще. Сейчас heel forward. Еще больше. Стоим, 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 стоим. И сейчас пяточка вперед. И раз. И девлопе. Только быстрее, не опаздывайте, девочки. Над палкой. Выше, говорю. Ну куда вот вы все стоите так близко друг к другу, как будто нет места. Выше нога, Ника. Пяткой вперед. Длинная нога. Во-первых, вставайте чуть-чуть. Вторая линия, не надо так близко вставать к первой линии. А первая линия больше спреда, нужно вставать около палки. Не нужно вставать около палки. Ты же понимаешь, ну подумайте головой. Вам же делать. Тирбушон. Еще раз это, проверьте позу тирбушон. Нога должна, нет, просто проверь сначала. Вот когда вы делаете перед тем, как делать ранверсе, у вас она правильная нога, да? Heel forward, и это long leg, да, это не short leg, это long leg. То же самое, когда вы делаете пируэт, same thing, вот Лейла, вот сейчас правильно. Так же, вот, 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 ну конечно, нет, нет, да. И когда мы делаем арабеск, то же самое, Никуся, сразу нога, это пируэты в больших позах, да. То есть, значит, должна быть нога сразу подниматься на 90 градусов.
Как это все делать, вы знаете прекрасно. Нет, Лейла, это неправильно. Во-первых, четвертая позиция должна быть. На переднюю ногу, на ногу, подними за ногу, проверь, где ты стоишь. Вот просто поставь плечо, посмотрите. Это позиция. Теперь выходишь сюда на арабеск. Раз, стой, держи, держи. Не смотри на себя в зеркало, оторваться не можешь. Стой, держи. Вот это должен быть такой тёрн. Сразу нога, сразу спина держит ногу. Раз. Держи, держи, держи. Вот и крути. Далее. Сразу, сразу. Раз. Держи, поднимай, поднимай, поднимай. Нет, плечо, одно плечо ушло, но перо все равно было чуть лучше. Давай дальше. Танчу батман. Готово? Вперед нога, головка, сейчас нога за себя, leg behind, вот так, full leg, Юля, длинные руки, так сильно руки, да? Свободные. Юля, за себя. Еще выверни. Еще. Еще можешь. После второго плие с пятой позиции в четвертую позицию, перед пируэтом из четвертой позиции долго в плие не сидим. У нас нет на это музыки. Мы делаем сингл, сингл four and right away double. Да, не сидим сразу. Тогда, да, Ника, тогда у нас будет с вами время на то, чтобы и раз, два, ронд. И пам. Когда мы делаем ронд, больше пула. Прям под конец. Еще сильно-сильно подтянулись, подтянулись наверх, наверх. Ронд до арабеска, Карина. Да, Надя. Да, Лейла. Давайте вторые. Анита, back. Вот так. Вас так виднее, и вам так лучше делать, что никого, никто не мельчит. Никуся, чуть сюда. Бритни. Поехали. Ляжку открыли? Колени, Лейла. Лейла, вытяни ноги. Наверх, pull up и go. Вперед нога. Лейла, вытяни ноги. Пятая позиция, это не пятая позиция была. Лейлочка, что это такое сейчас, а? Это что, глиссад? Крутись!
Изабелла, это что, глиссад сейчас был? Можно sharper legs? Та-там, та-там, и в пятую позицию. Танди батман бэк и три ЖТ, пожалуйста. Зачем ты упираешься все время? Каждый раз ты проваливаешь пальцы, прогибаешь пальцы в пол. Не нужно. Нога легкая. И в пятую позицию. Вот прям вот стоишь около ворам, вот в таком ракурсе, что так хорошо видно, как ты не закрываешь пятую позицию. Не упирайся пальцами в пол. Легкая нога. Turn out от ляжки. Whole, full leg должно быть turn out. Full leg, мы говорили вчера, да, Бритни? Вот туда. Full leg. И пятая тогда позиция придет сама. Закроется. Да. Лелочка, встань на переднюю ногу. Ты стоишь между ног, поэтому ты шатаешься при каждом закрывании. Карте. Ап. Ты что-то принтуешь? Над палочкой. И раз. Колено. И раз. Держим hold. Руки. Сижу. Плие. Высокая нога. Я не поняла. Раз. И карте hold. Хорошо. Это неплохо. Давайте, это итальянская. А то вы не знаете, что делать. Oh, I know what I'm doing. Ну. Да. Double. Давайте пассе ручки наверх, да? Раз, два, да. Double. Ага. Ну все, поехали, давай. Больше левая нога. Юлечка, turn out. Голова. Голова. Голова на гранд-батмане, да, девочки? Это раз. Юлечка, левая нога. И на итальянском то же самое, да? Ты бросаешь ножку, она у тебя пятка смотрит не туда, куда надо. Heel forward, вот, не, а потом ты, куда ты мне ее развернула? Держи ее, раз, держи, да, и подворачивай пятку, чтобы ноги прошли through first position, да, when you go turn. И раз, through first, пам, еще подверни опорную ногу можешь, more. Раз, еще, да. Вот, сразу, да, да, еще, Надя, еще можно подвернуть. Угу.
Еще можно подвернуть, ребят? Не знаю, что это проблема. Когда вы делаете итальянский, да? Мы же как бы с вами договорились. Раз, и нога подворачивается, и вы должны пройти первую позицию, и потом выйти на фольдер. Вот этой первой позиции вы как-то ее пропускаете. Вот так. Еще. Вот так. Да. Вторые. Не упираемся сзади пальцами. Легкая нога, Лейла. Не упирайся, не упирайся. Подворачивай ножку. Раз. А где кран батман, Лейла? Давай, 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 давай. И раз. Ручки держим. Препарацион надо было сделать, да? То же самое, да. Когда мы делаем итальянское фуэте, это считается, что нога идет, поднимается выше 90 градусов, да, кидается на экарте фронт, и потом кидается на 90 градусов на сфуэте, на аттитюд. Где 90, Лейла? Нет, ручки должны пройти через первую позицию, они не могут с ниоткуда быть. Я еще раз говорю, через первую позицию. Нет, не здесь, в начале. Раз. Два. И тут тоже через первую, да. Для вас руки проходят все время через первую. Раз. Через первую. Два. Через первую, Лейла, это не было первой позиции. Ты пропускаешь первую позицию, и поэтому ты пропускаешь целый подход, целое движение, даже я бы сказала. Нет. Понимаете, девочки, если же мы делаем через первую позицию, то сразу же мы понимаем, что мы делаем. Если ты не делаешь вот так, что это дальше будет? Ну что это? Ты не сделаешь мне ни хорошего плие, ни хорошего выхода на ролеве, потому что ты ничего не сделала до этого. А если ты сделала мне и раз, тогда у тебя получится, что ты сделаешь мне хорошее плие и потом сделаешь мне хороший гран-батман. Soft подман, да? Раз. Также through first position, Лейла. Не торопитесь. Through first. Руки through first position. Лейлочка, ты не собрала их в первую, когда ты уже повернулась. Нет, не торопись, грядущая. Нет. Ты должна бросить ногу на ноги. Вот туда. Давай. Да не эту ногу. Раз, туда. Вот, так ты посмотрела, куда ты бросила. That's the point. You have to see where you throw your leg. Смотри и туда, вот и все. Смотри, пам, вот и все. Да. Прыгаем.